Пойду. Чтобы я опять тебя пьяную по подъездам искал. Вот я в ваше время забил хэт-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Твою цветок лотоса, мать. Как же болит моя нога. Сила солнца, помогите мне. Антонина, ты изменила мне. Володя, я не изменяла тебе. Стой! Я беременна! Ну от кого? Что, Антонина, пойдем сегодня в кино? Альберт? Володя? Каждая весна такая. Так, ну вроде сегодня тепло. Надену что-нибудь легкое. Какого черта так холодно? Блин, у меня скоро экзамен, а я тупой, как бревно! Чё смотришь? Не отвлекай меня, не видишь, я Дом 2 смотрю. Чувак, а у тебя спина белая. Долбанная аллергия. I just flip the switch. Бро, зацени, я себе новые колеса взял. О, нифига, где? Друг выпендрежник. Витал, ты хотя бы шлем надень. Зачем? Я не люблю предохраняться. Да заткнитесь вы там! Витал, только не напивайся, как в прошлый раз, хорошо? Чувак, не беспокойся, я не буду пить вообще. Да-да-да, скоро мы уже поедем. О, а горячее скоро принесут? Смотри-ка, девчонки, я их за секунду сейчас закадрю. Давай. Девушки, с меня деньги, с вас хорошее настроение. Нахуй иди. Эй, петушари! Слушай, давай просто мимо пройдем, хорошо? Да кто он такой? Я ему сейчас щелбан дам, он улетит. Фильмы в реальной жизни. Нео, ты избранный. Сделай свой выбор. О, ну, прикольно. Эй, Нео, это не те таблетки. Иди сюда. Мужчина, что вы здесь лежите? В конце-то концов. Алло, полиция, забирайте этого алкаша. Давайте. И на подольше его там задержите, суток на 15. Слушай, не знаешь, где тут роллы с рыбой? Найти никак не могу. По-моему, вот с рыбой. Привет. Ага, привет. Слушай, можешь быстренько посуду помыть? Чем? Бабы, что ли, посуду мыть? Вообще-то я пришла с предпоказом мстителей. И что ты хочешь этим сказать? Что ты будешь делать все, что я скажу. С чего бы это? В конце фильма Танос... Хорошо. Вроде все. Че ты херово моешь? Перемывай. А ты молоко купил? Ты же не просила! Иди в магазин. Иди еще на кухне помой. Слушай, можешь там мои вещи постирать? Нет. Ради вашей безопасности я убрал звук, когда она рассказывала спойлер. Мне пух, я уже все посмотрел. А можно там получше мыть? Ага. Кстати, ты смотрел новую серию «Игры престолов»? Популярные темы весны 2019. И что же там? Братан, там, короче, сон снова. Извините, девушка, пару рублей не найдется. О, Платон, ты что ли? Фига тебя жизнь потрепала. Ну да, а что мне делать-то теперь? Закон же подписали. Платон.
Иржан, Иржан, вставай. Салам алейкум. Через 15 минут «Мстители». Не, ну фильм, конечно, классный. Согласен. Тони Старк жал. Тратим сегодня Лига Чемпионов. Ставим все на Барсу и поднимаем бабки. Я остался без бабок. О, давай на Аякс поставим. В принципе, можно. А пока новую серию «Игры престолов» посмотрим. Малой, смотри, что умею. Я тоже так умею. Да блять! Эй, малой, маме не говори. Кстати, мама тебе говорила, она меня больше любит. Нет! Да тебя вообще усыновили. Нет, я родной. Знаешь, как тебя звали до усыновления? Как? Щемо. Малой, я тебе сейчас фокус покажу. Смотри прямо, глаза закрой, я сейчас монетку достану. Готов? Раз, два, опа! Сынок, ты за старшего, пропылесось полы и помой посуду. Давай, все, пока. Малой! Пропылесось пол и помой посуду. Ну мама же тебе сказала! И чё? Эй! Чё? Где здесь выход? Попробуй там! Спасибо! Теперь потерял раньше и сейчас. Он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает. Имя Фей, по фамилии я добав. Ребята, у нас тут так весело, все приходите к нам. Ты чё, широкий, что ли? А ты чё, слепой, что ли? Ничего! Хуй его, чё ли? Конор! Диас! Начали в детском доме, да? Да. Номер 7. Зина, квартира наша! Друзья, всем привет! И я хочу разыграть iPhone, MacBook, о-ля-ля, и свою черную BMW i8. Отмечайте меня в своих историях.